В одиноком, пустом вагоне безмолвный гул, Пролетающих мимо составов и вольных птиц, И никто не увидит тот суточный караул, Что несут в них тысячи проводниц. Вот одна, у нее темно-карий кофейный взгляд, Нежный женственный голос и волосы цвета меди, Она пишет посты в Инстаграм по ночам, пока все спят, О домашнем уюте, что не видела уж неделю о дороге домой, о дороге, ведущей от, о холодных осенних ночах, о своей тоске. Она пишет в надежде, что кто-то ее поймет, но пока утешает лишь кофе в ее руке. Вот стоит одинокий вагон, он с виду пуст, но в короткие вспышки, сияющих в небе зорниц, можно в окна увидеть, как кутают свою грусть в одеяло холодные тысячи проводниц.